Ежегодно в первый день лета во всем мире отмечают День защиты детей. Впервые он был учрежден в 1949 году в Париже. И с того момента прошло на самом деле немало времени, и, скорее всего, угрозы, которые могут настигать детей, изменились. Именно поэтому сегодня мы хотим узнать у совершенно обычных прохожих, как и, самое главное, от чего защищать эти прекрасные цветы жизни. От чего и как нужно защищать детей? Наркотиков, от войны. От чего еще? Ну, от всего негатива нашего мира. В первую очередь, мне кажется, что защищать нужно детей от негативного влияния, которое они могут подцепить в интернете, потому что сейчас, как мы знаем, интернет доступен для всех, в том числе и для детей. И нужно фильтровать то, что дети получают в интернете. Я считаю, что детей нужно защищать от современного влияния, от какого-то бескультурия. Понимаете, у нас дети совершенно сейчас от этого не защищены никак. А как их защищать? Ну, наверное, ограничить, контролировать. Нужно контролировать использование детьми интернета и компьютера, и вот этих вот средств, современных средств. Они очень, конечно, большую пользу дают, но в то же время это очень опасно в неумеренном количестве. И бесконтрольно вот дети могут наши свихнуться вообще. От интернета. Интернет очень плохая вещь, да, вообще никому интернет. Не советую. На самом деле это, ну, прям очень плохо влияет. Я бы сказала о тех же детей, которые их могут булить в школе. И если психолог или учитель никак с этим не разбирается, да, не обращает внимания, и только родители вот обиженного ученика могут как-то повлиять, то тоже. От домашнего насилия. От абьюза в семье. От родителей. Ну, от абьюза в семье. Защищать детей нужно прежде всего от домашнего насилия, прежде всего, чтобы отец был именно добытчиком в семье, защитником семьи, и все его действия, все его помыслы были на упрочении сохранения семьи. Ну что, друзья, вы сами все видели и слышали. Очень много мнений по поводу того, от чего и как нужно защищать детей. И, конечно же, хотелось бы узнать и ваше мнение, которое вы обязательно оставляете в комментариях. Ну а я пошла готовиться к сессии, от которой меня, к сожалению, никто не защитит.